Химкинские полицейские подвели итоги за 3 месяца работы в 2021 году. Так, количество преступлений по сравнению с аналогичным прошлым периодом сократилось на 14%, с 663 до 570. На треть снизилось количество преступлений в общественных местах. Однако, несмотря на общее снижение правонарушений, полицейские бьют тревогу из-за увеличения фактов мошенничества. В Химках их зарегистрировано более сотни. Чаще всего данные мошенничества совершаются в других регионах Российской Федерации. И в основном в отношении пожилых граждан. Предметом преступного посягательства являются денежные средства и недвижимость. В рамках итогового совещания полицейские поблагодарили председателя общественного совета ОМВД России в Химках Михаила Раева за активную гражданскую позицию и всестороннюю помощь в организации деятельности полиции в интересах жителей округа. В рамках проекта «Химки. Интересно жить» у нас прошло более 200 встреч с трудовыми коллективами. Много вопросов там обсуждалось, много поднималось, много вопросов задавали жители, много было жалоб, но... Фактически мы нигде не услышали жалобы на работу полиции. Отметим, что химкинские полицейские занимают лидирующие позиции в рейтинге территориальных подразделений ГУМВД России по Московской области.